27 и 28 июля в Сибгуфке прошла первая всероссийская научно-практическая конференция «Спорт в село». Мероприятие состоялось в рамках 13-й всероссийских летних сельских спортивных игр. В нем приняли участие руководители структурных подразделений Министерства спорта России и представители почти 50 команд, участвовавших в соревнованиях. Мы сегодня как раз кристаллизуем тот опыт, который есть в регионах нашей страны. Мы здесь на конференции видим 46 регионов, и в том числе активно выступают представители из Братской Беларуси, чтобы нам вместе отрабатывать модель, как в ближайшие годы все, что лучшее было в стране в советское время, взять на вооружение. Все инновации современные, сейчас говорили о спортивном менеджменте, также использовать для того, чтобы современные тенденции, включая информационные технологии, они помогали. О достижениях Омской области в развитии сельского спорта рассказал в своем докладе министр спорта региона Дмитрий Крикарьянц. В области ежегодно строятся новые спортивные объекты и накоплен уникальный опыт в проведении региональных сельских спартакиад. То, что сегодня на площадке Омского региона проходят всероссийские сельские спортивные игры, наверное, как раз и венчает то, что наш многолетний опыт проведения сельских наших соревнований, спортивно-культурных праздников Королева спорта и праздник Севера, которые дали нам огромный опыт, которые дали нам огромную площадку, да, в виде и спортивных объектов, и прежде всего кадров, людей, которые могут решать подобные задачи. Далее в ходе конференции был выработан план действий на ближайшее время. Он будет реализовываться в рамках федерального проекта «Спорт на селе» при поддержке органов власти. К 2024 году доля сельского населения страны, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, должна достигнуть 45% от его общей численности.